Новый центр предоставления админ-услуг сегодня в Харькове открыл премьер-министр. Владимир Гройсман отметил, что об очередях теперь можно забыть, а оформить ID-карту, биометрический паспорт, пособие на ребенка и субсидию можно в одном месте. Сроки получения документов максимально сжаты от 10 минут до 10 дней. Прокомментировал глава правительства и пенсии. С 1 октября, по его словам, они вырастут, а налог с выплат работающим пенсионерам премьер пообещал отменить. Потом, заявил Гройсман, дойдет очередь и до повышения зарплат бюджетникам. Что будет стосуватись заработных плат с 1 сентября 2018 года, то у нас тоже есть с этого привода достаточно прогрессивные думки, но трошки позже мы про них поведомим. Я хочу, чтобы с 1 жовтня мы подняли пенсии украинским пенсионерам. От 200 гривень до 1000 гривень будет відбуватись таке підвищення в среднем. Це означає тільки єдине, що нам потрібно отримати підтримку в українському парламенті закону про пенсійну реформу, який ми найближчим часом презентуємо.